Доброе утро, милый. Привет. Как выспался? Сегодня прекрасно выглядишь. Спасибо. Так что, малая уже в школе? Я уже отвезла. Да? Слушай, надо уже собираться. А то не успею. Все, пойду одеваться. Дорогой, ты сегодня поздно будешь? Не знаю. Нужно еще подготовить отчет. Уже убегаешь. Да, я побежал. Я тебя буду ждать. Ну, привет. Что, сегодня у тебя получится? Да, давай в кафе. Я как всегда. Ты же знаешь, что мне нравится. Нет, нужно уладить еще несколько вопросов в офисе. Думаю, через час. Давай, до встречи. Привет.
Да. Привет. Нет, сегодня не могу. Меня на работу вызывают. Хорошо, давай в среду. Все. Угу. Пока. Ну, я уже освободился. До свидания. Добрый день. Юрия Викторовича можно услышать? А у Юрия Викторовича закончился рабочий день. Могу я ему что-нибудь передать? Вика, это Настя. А когда он уехал? А, здравствуйте, Анастасия Сергеевна. 2 часа назад. Спасибо. До свидания. У нас в банке руководство издало распоряжение всем клиентам улыбаться. Так вот, приходит однажды мужичок в возрасте, подходит к операционисту, чтобы уточнить состояние своего счета. Девушка открывает баланс, смотрит и, улыбаясь, так ему говорит: на ваш счет поступлений не было. Обиженный клиент, понятно. Какого хера ты тогда, сука, улыбишься? Ну как еще мог отреагировать, правильно? А у меня своя история была, как надо уходить от конфликта. Мы как-то с коллегами на работе задержались 1 апреля, выпили. А моя Наташа не любит этого. Скандалит постоянно по этому поводу. Прихожу я домой. Она сразу все поняла. Вот. А я не подготовился, что сказать. И как-то так сходу и выпалил. Я ухожу к другой. Реакция заморозка. А я быстро так сориентировался и говорю: с 1 апреля тебе. Ой, что тут началось? Она как: давай кричать, полотенцем меня бить. Потом заплакала. После этого у нас был охренительный секс. Хороший ход. Можно вас? Вам повторить? Нет, спасибо. Будьте добры, вызовите, пожалуйста, такси. Хорошо. Анекдот еще вспомнил. Всыпается мужик 1 января. Жена молча на него смотрит. А вокруг вся постель мокрая. А он ничего не понимает. Так стыдливо: извиняюсь, извини, я там, не я. Ну вот, жена смотрит на него и говорит: да ладно, успокойся. Ты ж ночью домой снежную бабу приволок. Вот, так я всю ночь смотрел и ржала, как ты ее на секс уламывал. Так тебя ждет. Спасибо. Когда в следующий раз выберемся? Ой, не знаю. Не знаю. Созвонимся. Я дома. А почему меня никто не встречает? Ты на работе был? Где мне еще было быть? Не знаю. Может, у Полины? Какая еще Полина? Это я тебя хотела спросить. Настя, мы сколько лет с тобой уже вместе? А знаешь, я от тебя ухожу.
Кристина, привет. Привет. У меня проблема. У меня проблема на работе. Ты можешь Янгу сегодня из школы забрать? Настя, да, с начальником поругалась. Потом расскажу при встрече. Она может остаться у тебя до утра. Я буду очень поздно. Да, я что-то заберу. Послушай, забери вот. Спасибо.
Добрый день, сержант Новайский. Добрый. Игорь Яковлевич. Юрий Викторович Зинько дома. Нужно задать ему несколько вопросов. Он на работе. У них корпоратив сегодня. А что случилось? Дело в том, что он был свидетелем нападения на одну женщину. Нужно уточнить несколько вопросов. Передайте ему повестку, пожалуйста. Хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания.
Что это такое? Ah!
Да, Кристина. Привет. Я поздно вчера вернулась с работы. Спасибо, что Янку приютила. Да, спасибо большое. Рассказывай. Папа на работе. Как у тебя дела? Типа гуляет. Я сегодня дома не ночевала. Да ладно. Вот скотина. Сейчас я ему наберу. Странно. Недоступен. Интересно. Может, скорую позвонить? Я тебя умоляю, какая скорая? К вечеру припрется. Нет, он выключил телефон, ты представляешь? Ладно, я сейчас побегу. Я к тебе вечером еще заеду, мы с ним вместе поговорим. Все, не раскисай, моя хорошая, давай. Спасибо. Давай, давай, пока. Добрый день. Майор Колесников, Сергей Анатольевич. Мы по поводу вашего мужа, Юрия Викторовича. У нас есть ордер на обыск. Мама, что случилось? Ищенька, ничего. Иди в свою комнату. Скажите, а могу я сестре позвонить, чтобы дочь забрали? Пожалуйста, мы не против. Давайте пойдем в комнату. Я тебя очень жду. Мне очень жаль, что произошло в вашей семье. Скажите, пожалуйста, вы узнаете кого-то из этих людей? Нет. Нет. Все данные установлены. Я все скопировал, все подтвердилось. Спасибо. Дело в том, что ваш муж заманивал молодых девушек через интернет и вешал их. Король Татьяна Сергеевна, 18 лет, была повешена в прошлом году. Смирнова Татьяна Сергеевна, Антонова Светлана Петровна, была найдена повешенной в мае этого года. Итого 18 девушек. Мы организовали розыск вашего мужа. По нашим данным, он покинул рабочее место в обеденное время и скрылся. Согласно статье 59 Уголовного кодекса, ему грозит смертная казнь в виде расстрела. Согласно статье 60 пункт 3 Уголовно-процессуального кодекса, свидетель имеет право не свидетельствовать против себя самого, своих близких и близких родственников. У вас есть возможность помочь следствию в поимке безжалостного убийцы?